Рабочая группа Комитета законодательного собрания края и глава района посетили базу отдыха «Планческие скалы» за станицей Крепостной. Развивать туризм не только на побережье, но и по всему краю – поручение губернатора. Северский район подходит для этого как нельзя лучше. Северский район – это даже не надо быть большим экспертом. Понятно, что он уже сейчас является таким туристическим районом. Мы видим, как развиваются дачные территории, мы видим, как развиваются объекты агротуризма, мы видим, вот как курорт выходного дня. Буквально в нескольких метрах от базы отдыха начинается туристический маршрут с говорящим названием «Партизанскими тропами». Продвигаться по нему неподготовленному человеку непросто. Потрясающий вид, как награда за тяжелое восхождение. Туристические маршруты – классический вид отдыха еще с советских времен. Осталось лишь повысить его планку и сделать более востребованным среди населения. В рамках этой работы мы готовим постановление законодательного собрания с некоторыми рекомендациями. Опять-таки, в рамках подготовки, на собственном опыте пройти хотя бы частично маршруты для того, чтобы понимать, как это, что сделать для этого, как улучшить, как сделать их более комфортными, доступными для массового отдыха.